Всем здрасте! Рад приветствовать на другой жизни. Конец декабря, но мы дома не сидим. Тоска заедает. Нам надо в лесок походить, побродить. Была неудачная вылазка в прошлые выходные, это где-то в 15 числах декабря в Подмосковье к небезызвестному дубу Ивану. К сожалению, там земля оказалась просто бетоном. Там снега не было вообще. Мы приехали, то есть как будто и не зима, ходишь. Вот. Ничего не вышло, то есть там кайлом не прорубиться. Приехали на земли ярославские. Вот за нашей спиной такая красота. Поле, лесок, люк прибора достает. Сегодня день второй. Я ступлялку снимаю сегодня. Вчера с дороги приехали, естественно, на два часа вырвались. Суть идеи заключалась в чем? На моей спиной, где-то в 200 метрах, круглое болото. Оно прям на карте, и на старых картах, оно прям блюдечко-блюдечко, как будто оно прям искусственно сделанное. Понятно, что нет, но зачастую в этих лесах, там, вы же знаете, здесь до монгола хватает, так называемого. Где-то я вычитал, что вокруг болота недалеко тоже могли присутствовать поселения. Тем более река там, далеко здесь достаточно. А болото могло быть и озером каким-то в то время, еще чем-то. То есть могли селиться люди. Ну и мы, естественно, вчера дернули посмотреть. Что мы нашли, вот сейчас вы в дальнейшем посмотрите в ролике. А мы нашли, то есть подтверждение тому, что здесь были те люди. Сегодня у нас тоже есть несколько часиков холодно. Сегодня похолодало чуть-чуть. Вот. Ходили мы с той стороны чуть-чуть, там, в той стороне. Сейчас поближе к болоту, здесь, с этого края попробуем пройти. Разведка, найдем, не найдем, все покажу. Пойдемте, покажу, что найдем. А, ну, короче говоря, сейчас смотрите, что было вчера. Ну и дальше ролик продолжится. Пойдем. Замечательный зимний лес. Еще в той стороне находится болото. Болото прям сверху, смотришь на него, прям как блюдечко, круглое-круглое. Непонятно, почему оно там есть. И у нас офигительная находка. Смотрите. Вот такая. Шикарный, да? Смотрите, какой острющий. Острый-острый. Где хвостовик, не пойму. То ли я его рубанул, земля там... Ну, свежая. Да, свежая. Сейчас попробуем найти хвостовичок. Ну, пин-то из чего? Время очень мало, темнеет моментально. Вон так, на минуточку. И опять смотри, какая у вас возвышенность какая-то, вот как горка. Вот она, горка пошла. Ладно, сейчас посмотрим. Ух, интересные здесь места. Снег, где-то не очень. Да нет, ходить-то можно, снега не так много. Так, вот ямку закопали с наконечником. Пока я тут ковырялся, Люба там откопала следующий сигнал. Я там был, сейчас взял рюкзак и иду. До болота вот не так далеко. Сейчас покажу. Ну, внизу, да. Зимний коп. Как он и есть. Ой, ёпта. Ой, извиняюсь. Все падает. Смотрите. Шикарный. Те же года. Примерно. 11, 12, 13, 14 век. Ну, как бы тут уже сложно сказать. Но где-то типа того. А сколько у нас стрелы летали? Метров 50, ну это край. Я так думаю. Ну, чтобы на поражение, я имею в виду. Не так, как бы куда пульнуть. Вон елка стоит. Там сигнал. Здесь у нас метров... Сколько здесь метров? Метров 20. Нет, может, 15, не больше. Итак, надо его посмотреть.
Вот это кто? Как раз обращаюсь к тому, что черные сигналы надо копать. Особенно в лесах. Очень интересные вещи иногда выпрыгивают. У нас еще часик, наверное, есть. И завтра. А? Скоро. Зимнее сол... Ну, короче, да. Самый короткий день. 22... 4 дня. Сегодня 18 декабря. Завтра... Ой, ну да. Лопат. Вот. Ладно, сейчас покружимся, чайку попьем, посмотрим, что здесь еще есть. Там все облазили. Чуть-чуть выше сейчас подняли. Здесь вон елка валяется. Вот такая находка чудесная. Элементы конской упряжи. Удила. Ну да. Целенькие. Но это уже попозже, наверное, датировка. Наверное. Хотя. Не, ну попозже, попозже. Попозже. Значит, здесь еще и дорога где-то была. Ну, не зря же тебе говорю, что здесь была граница. Зимний лес, конечно, балуешь. Тишина. Только птичка за нами какая-то летает одинокая. Чирикает. Больше никого. Ни зверей. Что-то во мне звенит. Что-то в тебе звенит. Как этот. Кощей бессмертный из мультика. Так. Где? А. Вот осина. Да. Вон осина. Осина на дорогу, вдоль дорог как раз. Ладно, проверяем. Так, вылезли из лесу. Так, примерно это направление нам понятно. Кто смотрел наше кино предыдущее, на этой дороге мы грозненскую чешую подымали, кошелек. В предыдущих роликах есть, не так далеко. Давно я имею в виду. Ну попробую, да, ссылочку вставить вот в этом углу. Вот. Сейчас искали там наконечник, ножичек. Ну, снег, конечно. Но это больше, сами понимаете, зимний коп, это больше разведка. Вот. Да. Осталось у нас 40 минуточек. Сейчас пройдем вот эту гряду до уровня вон тех деревьев. Посмотрим, что там у нас из чернины попадается. Вот. Ну и на сегодня будет, наверное, достаточно. Еще завтра столько же примерно по времени. Вот. Пойдем. Вылезли мы. Короче говоря, проверили вот это направление, как я и говорил. Вот это. Тут снега больше в разы. То есть нашли пулю. Ну как тут чепуху. Вот. Ну это все равно надо смотреть, потому что вот эти леса очень интересные. Там снега меньше, конечно, где мы наконечник нашли. Стемнело практически. Едем домой. Кушать. Завтра еще чуть-чуть время будет. Естественно, мы обязательно походим. И обязательно вам все покажем. И расскажем. А вы не переключайтесь. Следующий день. Дошли до болота, хочу показать вам. Вот он, это блюдце. Оно сейчас зарастает соснами. То есть не знаю почему. Смотрите. Вот оно ровно-ровно идет. Периметр круглый.
Но это точно не вырубка, потому что на картах, на ранних картах оно обозначается как болото. Ну и оно было, мы здесь приезжали летом, болото. Вон, выворотни. Может быть, его осушали, может, оно было когда-то каким-то водоемом. Фиг его знает. Жалко, само сейчас нельзя позвонить, очень много снега, только вокруг что. Вот сейчас так пройдем туда. Вчерашние наконечники вы уже видели. Вот там, метрах в 200. Наконечник и этот, как его, ножичек. Такая красота зимняя. Не знаю, блин, люди многие дома зимой сидят. Наоборот, по-моему, зимой по кайфу. Но опять же, это все на любителя, да? Тот, наоборот, холод не любит. Естественно, он не будет ходить. Вот. Продолжаем исследовать данную локацию. Друзья, здесь вот в радиусе болота, где мы ходим, к сожалению, вот где мы вчера наконечник там доставали, там грунт был нормальный, более-менее. Здесь бетон. Ну, здесь влажность-то выше. Что-то мы там пытаемся отдолбить. Обкажу, приближу. Сам пока не пойму. Видите, что-то зеленое? Сейчас будем ножом доставать. Ну, поснимай. Да. Все сумрачно, ни хрена не видно, если по шару же так относить. О! Ай. Это что это такое? Это же звенит не монета, это не монетный сигнал. Я понимаю. Проволока медная. Не проволока, точно. Абсолютно точно не проволока. Сейчас надо варежки еще надеть. Кайф. У меня уже колено болит. Ладно, выключай пока. Или поснимаем. Давай поснимаем. Ты выйдешь так в лес, что-нибудь одно найдешь и радуешься. Да. Черт его знает, как будто какая-то меди кусок. А вот что за кусок? Как назло, сегодня хлюпкий нож взял. Ну, не хлюпкий, а тоненький. О, шевелилось. Что ты такое? Аккуратно. Кантонин. Подожди, а что это? Медь какая-то. Как бы не браслет. Да нет, ну это медь не дарит. Проверка на прочность ножей. А то все. Чего они там рубят-то? Канаты? Не, вот да, что рубить надо. Не, ну это бушкрафтерские как бы все-таки ножи. Они для этого и делаются. Так, достали. Вот такой вот кусок чего-то. Что это такое? Фиг знает. Не знаю. Неведомое нечто. Да, нет. Здесь бетон, надо выше подниматься. Здесь копаться по полчаса ковыряли ее. Зато согрелись. О, да не то слово. Выдвигаемся повыше. Продолжаем развлекаться с льдышками. Достали комочек, ковыряли, оттуда что-то пиу. Вот сейчас будет Люб доставать. Интересно, что это? Канина. Канинка, да? Здорово. Ну, хоть бы и канинка. Канина во льдах.
Держи. Хабарниц хоть что-то лежать. Хоть что-то будет лежать. Что, вчера наконечник лежал с этой, с как ее, с ножичком. Ножичек лежал в кармане, в хабарнице он мой не улезал. А, ну да. Здесь какие-то делянки были. Сейчас чуть-чуть туда отойдем. Там, может быть, земля помягче. Ребят, туда там повыше забираться. Или повыше туда. Ну, сейчас посмотрим. Короче говоря, дошли мы до вчерашних наконечника и ножичка. Вон, сейчас сидим чай пьем на бревне. Вон прибор стоят, еще сигнал. Ничего, обломок то ли ножа, то ли... Ну, похож. Видите, в сечении какой. То есть, режущий инструмент. Что-то тут было. Два ножа это уже, а наконечник в стороне. То есть... Ниже чуть-чуть. Ниже, да. А здесь такая ровная полянка. Площадка. Ой, полянка, да. Здесь, к сожалению, на самой этой полянке очень много снега. Ну, сами видите. Да. Точки у нас стоят сейчас. Пройдем вокруг нее. Что еще выскочит? Копаем все. Даже лужники иногда. Угу. Вот, а пока пьем чай. Друзья, снега, конечно, где хочется поискать, снега много. Где снега немного, там практически нет сигналов. Ну, зима, как вы хотели. Зато удовольствие несказанное. Воздух морозный. Зимний коп, ребят, это вообще отдельная песня. Сигналов мало, находок мало. Фольга? Ты уже нашла ее? Я только что тоже доставал. Фольга. Ну, фольга это фольга. Мусор забираем. Охотники за привидениями. Забавно. Как всегда. За грибниками собираем. За грибниками, да. Перочинный нож. Советский. Но он, кстати говоря, не в таком безобразном состоянии. Слышите, стреляют охотники, как мог бы быть. Закинем его отмокать. Может, оживет. Оживет, переберем. Реставрация, все дело. Почему поржем? А почему нет? Я люблю всякие штучки такие старые. Ну, все же... У нас их коробка валяется, этих ножей. Где-то недалеко. Да. Надо идти к машине, а то, блин, примут за лосей. За лосей не примут. Так, до машины осталось 100 метров, наверное, все уже, собираемся. Вот такой вот он, зимний коп. Находок мало, но они есть. Thank you.
Вот и все, дорогие друзья. Нагулялись. Вот. Два дня. Первый день пару часов, наверное. И сегодня часа три. Вот. Находки вы все видели, естественно, их вообще немного. Но цель, в принципе, я считаю, выполнена в данном случае. Цель была какая? Попробовать отыскать следы до грозненских времен. Я считаю, что мы их отыскали. Вчера мы нашли эту полянку с наконечником и ножичком. Сегодня мы, в принципе, нашли там еще часть ножичка. А, кованые гвоздики я уже не стал снимать рядом. То есть там, в принципе, находки там будут. Сама полянка, сам кружок, к сожалению, там снега сантиметров, ну, наверное, 15. Ну, полянка, конечно, там нет деревьев, там только молодняк растет и все. И дерево, на котором мы сидели, чай пили, валяется рядом. Соответственно, глубокие цели, мелкие цели, как чешуя, какие-то украшалки. Да и, в принципе, даже железные глубокие цели, мелкие, найти там сейчас не представляется возможным. Точки поставлены, место обозначено. На весну, естественно. Вот. У нас на весну что-то столько накопилось. Опять весны не хватит. Опять, да, половинку не попадем. На половину места. Вот. Скоро Новый год. Не знаю, где мы его будем встречать. Это еще так не скоро, через 10 дней. Вот. Короче говоря, всех с наступающим. Спасибо, что с нами гуляете. Всем здоровья и в этом году, и в следующем, и в дальнейших. И пока!